как смастерить снеговика. Как только выпадает снег, он становится любимым символом зимы. Да, это лучшие ее друзья. Улыбчивые ребята – снеговики. Кажется, у меня ничего не получается. А, не грусти, Кленки. Посмотри на зимних фей. Да, попробуй еще. И главное, вложи в это всего себя. Верно. Начну все сначала. Чтобы скатать большой ком, надо сделать маленький комочек и начать аккуратно катать его по снегу. Пока ком катится, он постепенно растет в диаметре. Не сильно толкайте, я качусь первый раз. Затем надо скатать второй ком поменьше, который будет торсом. Живее, капуши! Так, левой, правой, кажется, получается. И у меня! А теперь надо смастерить третью сферу, или голову, с приятным выражением лица, чтобы показать веселый нрав снеговика. Прячься, кто может! Когда скатаны три кома, аккуратно ставьте их один на другой в нужном порядке. Пару-тройку деталей, и ваш снеговик готов. Молодец, Кленки! Но как? Я сделал, как ты сказала. Я вложил в него всего себя. Феи. Тайны зимнего леса. В кинотеатрах с 15 ноября.